Время 8:30. Еду сегодня за хищником. Буду ловить на спиннинг и на кружки. Поставил виброхвост на грузике 6 грамм на офсетнике. Есть. Есть. Первый окунь, скорее всего. Да, кошак. Вот такой. Блин, была поклевка. Не засекся. Сидит. Есть. Повторно взял. Тоже окунь. Первый раз не засекся. Второго раза попался. Вот он. Красавчик. Пускаем. На первой точке два окуня поймал. О, есть. Вот это что-то побольше уже. Ну, окушок похоже. Да, это покрупнее. Вот он. Вот это окушок нормальный. Прямо около лодки взял. Была поклевка. Есть. Есть, сидит. Сидит окушок. Вот он. О, есть. Такой удар мощный вообще. Ну это побольше окушок должен быть. Удар прям хороший был. Вот он. Окушок хороший. Побольше. Блин, кружок сработал. Надо быстрее ехать, проверять. Вон он, кружок сработал один. Блин, что там интересно? Что за рыба сидит там? Надеюсь, кто-то попался. Самый дальний. На самой большой глубине. Так. Вот он, кружок сработавший. Проверяем. Кто-то сидит. Кто-то есть. О, окунь. Окунь попался.
Есть. Да, сиди, сидит, родной. Вот он, матросик. Есть. Есть, родной. Вот он. Нормальный окушок. Такой перламутровый виброхвост. Без животика. Есть. Есть, родной. Вот он, красавчик. Есть. Такой кусок. 4 грамма головка. Есть. Попался. Вот он. Есть. Вот это ударище. Вот. Есть, родной. Иди сюда.